Мур, привет, друг, это Зверько, и я рад видеть на тестовом русского героя Машу, потому что могу наконец все рассказать. Мы получили этого героя только благодаря официальной команде MLBB ВКонтакте. Это была долгая эпопея доканывания разрабов. Поскольку сначала сообщили, что голосование, которое было несколько лет назад для русского героя, было показным. Русской комьюнити это очень небольшой процент всех игроков. Но с того момента мы начали периодически дергать разрабов на создание национального колоритного персонажа. Пытались мы, правда, добиться Кощея, но в концепте была женщина с медведем, а потом неожиданно вышла и Иритель. Вот насколько давно это все длится. И вот, в 2019 нам неожиданно объявляют о русском герое. Показывают концепт-арты, ты их, наверное, видел. Забавно, что раньше на пряжке пояса был лев, а теперь медведь подозрительно похожий на знак мастера в игре. Уже более локально выбирали и исправляли историю героя. Жаль, конечно, не обсуждали навыки, вот бы я там развернулся. Особенно после того, как мою историю завернули. Уж больно жестокая, видимо. В общем-то, героя ожидали в декабре, а сейчас сократилось ожидание до сентября. Это я говорю примерно, точная дата мне неизвестна. Давай перейдем к обзору. Показатели. У Маши 3 полоски ХП. И да, кажется, что это много. Но по факту ХП лишь 1948 в сумме. У того же Баданга 2708. Скорость базовой атаки Маши 0804, а сила 101. В то время Кукутеризлы скорость 08, а атака 129. Что ж, стартовые показатели не ахти. Пассивка. Когда Маша теряет первую полоску ХП, то блокирует одну атаку. Скорее всего, имеется в виду автоатака. И получает вампиризм 10% к автоатакам. А потеряв вторую полоску, бонус будет 20% вампиризма и увеличение сопротивления к негативным эффектам 80%. Скажу честно, без цифр и точных данных по времени мне до сих пор сложно оценить статус Resilience. Кроме того, каждый процент потерянного ХП повышает скорость атаки. Вдобавок есть четвертая кнопка навыков. Выйдя из боя, через 5 секунд, если энергия заряжена полностью, Маша исцелит 80% предыдущей полоски ХП. Например, у тебя одна полоска и оп, теперь 2 почти полных. Или 3 почти полных, если было до этого 2. Кроме этого навыка, другим исцелением дополнительные полоски не восстанавливаются. Хитро придумали. Энергия набивается автоатаками по врагу или крипам. Примечание. Крылья Королевы Апокалипсиса и Золотой Метеор срабатывают на первой же действующей полоске ХП. Первый навык. Это снаряд, летящий вперед и вызывающий новый статус – разоружение. Точных данных пока нет, насколько он обрезает атаку и как именно. Потестирую после выхода героя. Но очень схож с навыком Ланса, который выбивает броню из цели. Выбивается оружие на 2 секунды, и противник может его подобрать. Есть нюанс. Навык разбивается о крипа, и это очень мешает в бою. Второй навык. При активации, а он работает пока не отключишь, Маша теряет каждую секунду 2,5% ХП. Но зато увеличивает скорость бега на 35%, и каждый удар получает бонус в виде 6% от вражеского максимального ХП, что делает удары очень сильными. Примечание. Забавно работает с шлемом стража. Можно бежать с ускорением, теряя ХП по минимуму. Ну и ульта. Маша теряет 50% от действующей полоски ХП и наносит противнику урон 25% от максимальных ХП противника плюс физический бонус. Кроме этого, замедляет цель на 90% длиной в 1 секунду. Звучит сильно, таким навык и является. КД у него вообще 18 секунд. Но стоит учитывать, что это не чистый урон, а физический, и он режется о броню. Итак, что у нас получается? Это автоатакер-дамагер, способный уменьшить атаку и добить слабую цель. Может не возвращаться на базу, исцеляясь навыком между боями, но довольно хрупкий, и вот почему. Маша и так будет получать урон, плюс тратит свое ХП на навыки. А самая сильная форма, когда у нее лишь треть ХП. Если противник не дурачок, он возьмет антихил и кинет стан на последней полоске, и Маша отъедет. Но мы все равно будем ждать выхода героя, ведь это русский герой, и его могут еще изменить. А я пока пошел переводить обновление. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись с ним с друзьями и ставь лапку. Удачи, друг!